Всем привет, мои дорогие, с вами Маша. Я сейчас составляю летние образы со своими новыми белыми джинсами. Заодно смотрю, что у меня есть, чего у меня нет. Может быть, что-то нужно будет прикупить. И поехали. Первый образ вы могли уже видеть, если смотрели мое видео о покупках. На мне белая маечка, это Zara. Джинсы тоже Zara, но здесь у меня другая обувь и другая сумка. Я надела Нюли от Tosca Blue. И взяла сумочку от Карла. Карл Лагерфельд. И получился такой городской лук, в котором можно будет пойти на прогулку, даже куда-то поехать по делам. Почему бы и нет? Ну и даже посидеть где-нибудь на летней веранде. Так что это лук номер один. Второй лук. Я добавила всего две новые детали. И этот лук подойдет уже для более жарких дней и вечеров, а также для прогулки на морских курортах. Итак, все то же самое, но я подвернула штанины, причем, видите, клёш сохраняется, и надела открытую обувь, это Полини, сбоку банты, и вот получился еще один, на мой взгляд, очень симпатичный лук. Третий вариант черно-белый. Черная маечка. Я ее очень люблю. Она такая тут с разрезами и с рюшами. Какой-то итальянский бренд. Забыла. Очень-очень ее люблю. Она такая стильная, классная. Также сумочка от Карла. Белые джинсы и Tosca Blue. Нюли. Tosca Blue тоже очень их люблю. Такой вариант, но его можно немного разбавить и сделать более веселым. Сейчас мы с вами это и сделаем. Я взяла сумку от Tosca Blue. И образ получается более веселым, таким расслабленным, разбавленным. Ее можно носить по-разному. Можно в руке, можно на руке, можно ее повесить на плечо и так же, как кроссбоди. Такая универсальная сумочка. Ее тоже очень люблю. И она тоже классно вписывается в этот лук. Еще один летний морской лук, полосатая маечка, это H&M, Мюли, Полини. И сумочка Карл. Следующий лук уже более выходной. Я надела рубашку с длинным рукавом, белую рубашку. Оверсайз немного. И босоножки на платформе. Это ателье Меркадель. И взяла сумочку, клатчик Луи Виттон. Так уже можно пойти куда угодно вечером на выход и на встречу, в ресторан и куда угодно.
Рубашку можно также собрать и завязать в узел. Я так тоже люблю делать. И я не люблю застегивать манжеты. Кто заметил, я их всегда подворачиваю. Мне так намного больше нравится. И получился такой очень милый, стильный, незамысловатый лучок. Такой лук на вечер. Мне такой вариант тоже очень нравится. Следующий вариант. Продолжаем тему рубашек. Я надела рубашку Burberry. Завязала ее. Также видите закатанные рукава. Сумочка Louis Vuitton. И тоже босоножки от Ateliers Mercadal. Тоже такой вариант. На выход, на встречу, вечером. Можно ее и не завязывать. То есть вот носить можно по-разному. Но это один из вариантов. Я люблю завязывать. Это стильно, это сейчас очень модно, хотя мне кажется, это такая классика, кто любит, любит, кто не любит, не любит. Мне нравится, очень нравится такой вот вариант тоже, как бы такое вот акцентное пятно, белые джинсы и дальше спокойные нюдовые цвета. Но я нюдовую обувь очень люблю и аксессуары, как вы знаете. И как бы вот нюд, дальше тоже, ну, классическая клетка и тоже как бы, да, вот нюд, беж и сумочка тоже, все это вот поддерживает эту тему. И такое вот как бы яркое пятно. Тоже, мне кажется, очень удачный вариант. Я даже не знаю, какой выбрать. Я конечно, все примерять не буду, весь свой гардероб, потому что это можно целый день просто примерять луки. Я вот просто самые такие вот вам показываю основные, то, что у меня вот находится перед глазами, то, что я люблю, также любимые свои вещи, любимую обувь. И я уже сбилась со счета, какой это номер на самом деле, но вот я так смотрю, мне этот вариант тоже очень-очень нравится. И я вот подумала сейчас, мне нужно, конечно, купить белую обувь летнюю, скорее всего, мюли. Я никак их найти не могу, заказывала уже несколько, мне не подошло, по-моему, я вам рассказывала, не подошли они. Они мне не понравились. И вот сюда очень хорошо подойдут на каблуке. Ну, может быть, не на таком высоком, а на широком каблуке. Сюда очень-очень вот подойдут. Хотя что-то можно купить еще не на каблуке, а, скажем, на платформе, как сейчас модно, а-ля вьетнамки такие. Кстати, к таким я тоже присматриваюсь. В общем, посмотрю. Если что-то найду, то куплю. Но будет очень классно сюда. И даже белые ботильоны тоже. Хотя я белую обувь, кроме как на лето, не очень люблю. Но я вот сейчас смотрю, думаю, будет очень даже классно, если будут белые ботильоны, скажем, на весну и на сухую осень, ну, либо не в Москве, будет очень классно. И вообще мне очень понравились белые джинсы на себе, я буду покупать еще какие-нибудь прямые или а-ля скини, вот типа как мои черные, которые я тоже в Заре покупала. Я поняла, что мне они подходят, вот крой, да, вот заровский крой, но я беру среднюю посадку, хотя здесь посадка, она вот заявлена как средняя, но она ближе к высокой, вот прям, видите, она такая ближе к высокой, но ничего страшного, такая тоже сойдет, главное, чтобы не карлсоновская была посадка, вот, и я буду такие покупать и буду их носить зимой, осенью, весной. Ну, может быть, даже и летом тоже.
И эти тоже мне очень нравятся. Они такие укороченные немного. Я говорила, да, на моделях. На модели высокие. Там, по-моему, 182 была модель. И, конечно, они короткие. Более, ну, как бы вот более укороченные, чем на мне. У меня рост 165. И они мне вот, ну, тоже видно, что они укороченные. Но они уже почти-почти как полноценные брюки. В общем, очень их люблю, и можно и подворачивать, и так носить, то есть вот по-всякому. Так, сейчас посмотрю, что у меня еще осталось, еще немного вам покажу, и все. Потому что иначе видео будет просто бесконечным. И заключительный на сегодня, мои дорогие, лук. На мне такая блузочка с открытыми, со спущенными плечами. Тоже очень ее люблю. Забыла, это какой-то французский бренд. Она легкая-легкая. И несмотря на то, что рукав тут, видите, такой как бы три четверти, но она настолько легкая, настолько тонкая и нежная ткань. И она широкая такая, видите, то есть вот, ну как бы продувает в жару. Очень-очень классно ее носить. Нежно ее люблю. Вот я говорю, у меня сейчас все вещи, которые есть, на 99,9% все любимые. А здесь вот вышивка внизу. То есть такая полоска вертикальная и внизу вышивка. Джинсы и мюли Фабиани. Тоже их очень люблю. Тоже нюдовые. И сюда вот сумочка Louis Vuitton. Тоже такой лучок на прогулку, да куда угодно, на встречу, в кафе, на летнюю веранду, куда угодно. Пишите, пожалуйста, какой лук вам понравился больше всего. Какой образ, а я тоже видео сейчас монтирую и посмотрю. Посмотрю со стороны, что лучше, что хуже, что более удачное, что менее удачное. Потому что вот когда смотришь в зеркало, это одно, когда смотришь видео, это совсем другое. Но очень часто видео искажает реальную картину. Или в одну сторону, или в другую. Такое тоже бывает. Но я разберусь, так как я знаю все нюансы, что и как может быть. Но сама вот сейчас посмотрю со стороны и решу. Но вот так вот мне кажется, что все луки, все образы удачные. Поэтому буду еще придумывать дальше. И подумаю сейчас, что мне еще нужно прикупить. Что-то я уже заговариваюсь, записываю заключительный кадр и как-то заговариваюсь. Обычно не заговариваюсь, но вот видите, такое тоже бывает. Вот, так что буду ждать ваши комментарии, ваше мнение. Пишите, пожалуйста, что больше понравилось, что меньше понравилось. И вот думаю, что буду искать сейчас белую обувь. И подумаю, что еще. Ну, может быть, еще белые маечки, хотя их у меня много, но много белых маек не бывает. Поэтому, как бы, наверное, еще тоже посмотрю. И все. На этом на сегодня все, мои дорогие. Благодарю вас за внимание. Надеюсь, видео вам понравилось. Всем отличного настроения, удачного дня и, конечно же, до скорой встречи. Всех целую, обнимаю. Пока-пока.